Я Чермен Хадаев, с России приехал бороться на 39-й армфайт с Красимиром Константиновым. Сегодня взвесились, завтра стол покажет, так как. Сколько ты занимаешься армрестлингом? Армрестлингом я занимаюсь с 2001 года. Твои первые соревнования профессиональные или международные, где были? Мои первые соревнования были международные в 2003 году в Ханаве, в Германии. И, ну, удачно сложились мои соревнования. Ты боролся со своим соперником Красимиром Костадиновым? Что можешь сказать по поводу его техники, силы и тому подобное? Хороший соперник, сильный парень. Вот в Турции на чемпионате Европы встречались. Что там случилось? Что там случилось? Почему именно ему дали победу, не тебе? Ну, ему дали победу, потому что мне дали два фола. А, ну, первый фол, наверное, заслужен, а второго, ну, явно не было. Ну, по фолам решили судьи, что он выиграл. Ну, сейчас на 39-й армфайт приехали, пригласили меня. Помиритесь силами, говорят. И, не знаю, видно будет завтра. Как ты чувствуешь, в состоянии ты его выиграть? Все-таки шестиравный поединок отличается от обыкновенного турнира на чемпионате Европы. Не знаю, я не могу сказать. Парень крепкий тоже, за него тоже нельзя говорить, что я его выиграю. Там, его мощная сторона, как там, ты считаешь? Ну, хороший крючковик, я могу сказать. Сильный парень. А какая слабая его так сторона? Так как мы завтра встретимся, будет видно. А его слабая сторона? Ну, если честно, не успел прочувствовать на чемпионате Европы. Не дали судьи прочувствовать его слабую сторону. У него слабых сторон, я думаю, нет. Какой прогноз на этот поединок? Кто выиграет, как ты считаешь? Ну, я не могу говорить с уверенностью, что я выиграю, но я приехал сюда выигрывать. Ты приехал сюда, чтобы победить? Чтобы победить, да. А там видно будет, если получится, победим. А если нет, то дружба победит.